должны помочь Трис в лаборатории. Нашел. Теперь у нас все. Профессор, займись ведьмаками. Ведьмак забьет стрелу на лету. Проверим. Лео, стой! Что случилось? Что с ним? Пробито легкое, он умирает. Где экстракт Рефорда Белого? Держись, Лео! Он был здесь. Не найти. Весь мир! Лео умер. Как это случилось? Он напал на профессора. Я не успел. Это не только твоя вина, Геральт. Мы все виноваты. Трис сражалась за нас и чуть не погибла. Плохие времена для ведьмаков. И что-то мне подсказывает, что будет только хуже. Наверху безопасно? Относительно. Там есть пара заплутавших бандитов, но с ними можно разобраться позже. Ты устал. Я хочу, чтобы ты отдохнул. Я присмотрю за тобой. Пока. От одного запаха голова кругом идет. Когда-то они меня ложили на этот стол.
И не хватает всего-то мага, который бы знал, как всем этим пользоваться. Да? Эскель заходил. Трис без сознания, но состояние стабильное. И то хорошо. Я решил, Волк. Мы уходим из Каэр-Морхен. Нас тут больше ничто не держит. Хорошо. Когда отправляемся в путь? Сначала мы должны подобающим образом попрощаться с Лео, но только после того, как придет в себя Трис. После битвы с магом она без сознания. Без сомнения, она захочет поговорить с тобой. А потом в путь. Бандиты. Да, надо окончательно решить этот вопрос. И надо также приготовить эликсир, который поможет Трис восстановить силы. Придется немало побегать, чтобы найти компоненты. Тут ничего подходящего не осталось. Я этим займусь. Как мне сделать этот эликсир? Ламберт даст тебе формулу и скажет, где искать компоненты. Он около камина с нашей храброй чародейкой. Ламберт? Он ведь ее ненавидит. Думаю, он чувствует себя виноватым. Первое, что услышит Трис, когда придет в себя... Наконец-то ты проснулась, Мэри Гольд. Это ведь Ламберт. За работу. Позже я научу тебя добывать ингредиенты из монстров. Я буду в главном зале. Хорошо.
Они за это заплатят. Что-то случилось? У меня нет времени. Я пытаюсь сделать эликсир для Трис. Пузырек с белой чайкой можно найти в оружейной на втором этаже. В спальне на втором этаже в сундуке возьми кальций Эккум. По виду он похож на белые камушки. Могут быть еще недобитки. Найди отставших и убей их. Нам тут пленные без надобности. За этой дверью есть лестница. Я бы пошел, но Меригольд лежит у огня без сознания. Где мне найти кальций Эккум? В сундуке, в спальне. Где мне найти спирт? Белая чайка лежит в сундуке в оружейной на втором этаже. Это помещение, в котором полно оружия и манекенов. Ты его узнаешь. Мне нужно кое-что тебе сказать. Что произошло? Лео, бандиты убили его. Он не был готов к такому. Какая потеря. Мы выследим их и отомстим за Лео. Бывай. Привет. Бывай.